Итак, программа для студентов. Я уже сделал один фильм. Я ходил по саду и рассказывал, что будущее сейчас фрагментарные буквально минуты, что студент поступает в Тимирязевку, 25 гектар, которые они якобы продают. Представляете, студенты без земли. 25 гектар. 25 гектар. Ё-моё. Гектар это 100 соток. 2,5 тысячи соток. А как же учить студентов? Вот. А вдруг услышат? А давайте так, притворимся, что услышат. Может быть, какой-то особый день, когда связь с космосом вдруг. А там кто-то нашепчет ректору. Вот, выйди с плакатом, руки прочь, как вот было. Несколько лет назад спасли Тимирязевку. А сейчас прогнулись. Вот. Или распил. И вот получается, что 2,5 тысячи соток для студентов нет. А представим, человеку дали, пусть даже пару соток. 10 для Москвы жирно. Для Сибири можно 10-20. А для Москвы, понятно, центр Москвы. Ну, хотя бы 2 сотки. И он должен на них посадить сад. Это будет половина экзамена. Вторая половина устная. Ну, какая она устная? Ему не придется. Да, нет, что такое пестик, тычинка. Значит, основы... это самое, генетики, это все надо. Ну, не 5 лет, хватит год-два. Потом практика с 3-го курса по Железову. 1000 фотографий. Прокомментировал, значит, не дурак. Значит, тебе можно поручить выпускнику, например, посадить промышленный сад. Когда-то ж надо отказываться от отравы. Промышленный сад на сеянцах, видите как? И вот, наконец, эта программа подразумевает, что студенты сами должны найти семена, черенки, косточки, готовые саженцы. Вот. Неважно как. Главное, чтобы он через 5 лет представил полностью сад. Нет? Ну, вы прекрасно знаете. Поступает там, допустим, 100 человек, выпускается, допустим, 20, а по профессии 2. То есть все равно система работает холостую. Значит, моя программа, она имеет право на жизнь. А по крайней мере, хуже не будет. Вот тут, инициатива студентов. Как? Объясню ниже. Вот эта вот женщина, я взял, многие из вас, может, свой кружок, половина или 3/4, видели этот фильм. Он называется, видите, как «Урожай 2016», «Рынок Саяногорска», «Поселок Сизай». «Поселок Сизай», где мои выдающиеся клоны растут. Так? Причем в первозданном виде. Такие вот. Это раз. И вот я половину фильма я снимал на рынке. И вот сидит женщина, а вы помните этот фильм? Поверьте, вот Богом клянусь, в очередной раз опять ругать будут меня, мои друзья, эти священники. Вот. Ну а что мне делать? Разве можно поверить, что это не засланный казачок, это не постановочный кадр, это женщина, которая говорит: «Здрасте, Валерий Константинович!» Завязывается, а вы помните? А потом завязывается разговор. Торгует помидорами и говорит: «У меня из косточки выросли...» Сейчас не вспомню, мои не мои, расклялся, значит, боюсь уточнять. У меня вот такие, вот так показывают, вот так. Вот так, говорит, у меня вот такие выросли эти абрикосы. Я бы не обратил внимания, мало ли, я сам 1000 продал этих, и Филиппе продал, и Тотара Володя. Мы все волшебники. Вот, наши никогда не погибали, тем более, что это. Мы же еще и инструктируем, правильно? И вдруг она это из косточки. Вот. А дальше вот смотрите. Я ей сказал: не может быть. Посмотрите. Ну что вам надо? Ну какой артист вот так сделает? Ну? Ну? И вот представим себе с того студента. Это моя любимая тема. Простите меня, кто меня считает нудным. Вот. И я опять же повторяюсь. Но это моя любимая тема. Значит, если студент живет в Москве, вот, он может уже в Обнинске найти это же самое, что вы видели выше, Елена Александровна с абрикосами. Это же самое, так, в Обнинске у Макарова. Он может у Козелова это найти. Он может у Латинкова. Все зависит от того, хватит ли ему стипендии, дадут ли родители. Но он может сразу выйти, не просто в люди. Уже и тогда у науки появится это же самое. Ну, не помидор само собой, это она показывает размер плода абрикоса. Ну, нормально объяснил.